Добрый день, уважаемые коллеги. Предоставляем наш случай, клинический случай эндоскопического лечения гигантского фиброваскулярного полипа отдела пищевода. К нам поступил пациент, обратился с жалобами на чувство комка в горле, затруднение при проглатывании пищи на протяжении 3 месяцев. В анамнезе известно, что 2 года назад был эпизод регургитации инородного тела в ротовую полость размером с сливу, и больной проглотил самостоятельно. По результатам эзофагогастродуоденоскопии устье пищевода проходимо для эндоскопа, деформировано за счет слизистого тяжа, уходящего в дистальное отдело пищевода. Просвет пищевода расширен, средний и нижний трети пищевода образование выполняет просвет. Диаметр образования около 2,5 см. Дистальная граница полипа определяется на уровне около 38 см отрезцов. Во время исследования наблюдается пролоббирование образования в кардиальный отдел желудка. Слизистая оболочка дистального отдела образования с признаками воспаления и налетом фибрина. Была выполнена биопсия с дистальной части образования на инверсионном осмотре в желудке. По результатам гистологического исследования пласты многослойного плоского нейроуглевающего эпителия и фрагменты некротического дендрита. По результатам рентгеноскопии пищевода с барием и заключения спиральной компьютерной томографии грудной клетки образование с признаками доброкачественного, образование имеет ножку, ее проксимальная граница не визуализируется, дистальная на уровне Т3. С уровня Т3 в просвете неравномерно расширенного пищевода на всем протяжении отмечается образование неоднородной жировой и жидкостной плотности, на внутривенном контрастировании не накапливающий контраст. Была выполнена попытка удаления с помощью 2 эндоскопов и лигирующего устройства эндолуп образования на курсе, но ввиду гигантских размеров образование удалить не удалось. Через неделю в условиях операционной с лор-врачами и врачами торакальными хирургами выполнена с использованием 2-канального эндоскопа выполнена попытка удаления этого образования. На основании опухоли на уровне слизистой оболочки пищевода поочередно наложены 2 викриловые лигатуры путем проведения викриловой нити под ножкой образования и фиксации ее с помощью узла Рёдера. Образование приобрело синюшную окраску. На 1 см дистальной лигатуры начато отсечение опухоли методом диссекции с использованием IT и дуал-ножей в смешанном режиме коагуляции и резания. Начальные этапы диссекции проводились с использованием дуал-ножа. Сосудистые структуры дополнительно были коагулированы коагразпером. Следующим этапом была выполнена диссекция с использованием IT-ножа. Для профилактики кровотечения крупные видимые сосуды также были коагразпером коагулированы. Следующим этапом на отсеченный полип в просвет пищевода набрасывается полипэктомическая петля и предпринята попытка тракции образования из просвета пищевода в ротовую полость с использованием эндотуба. Попытки извлечения опухоли единым блоком безуспешны из-за гигантских размеров образования. В связи с этим принято решение фрагментировать образование, а затем извлечь его по частям. Сначала под контролем эндоскопа образование низведено в просвет желудка, затем с использованием смежных полипэктомических петель большого диаметра выполнено фрагментирование этого образования в режиме коагуляции резания. Фрагменты опухоли извлечены для морфологического исследования. Ну и в последнем этапе выполнено пересечение викриловой лигатуры. По результатам морфологического исследования это фиброваскулярный полип без признаков дисплазии. Больной к нам пришел через 8 месяцев на контрольный осмотр. Признаков рецидива опухолевого роста не выявлено. И определяются признаки недостаточности нижнего пищеводного сфинктера и рефлюкс эзофагит. Ну и коротко, фиброваскулярный полип – это доброкачественная опухоль пищевода. Распространенность его приходится на 1% из всех доброкачественных опухолей пищевода. Он является
доброкачественный, но все же потенциально опасен для жизни, так как могут являться причиной асфиксии и причиной развивающихся кровотечений. Также описаны случаи малигнизации фиброваскулярного полипа в плоскоклеточный нейроогревающий рак и саркому. Все. Спасибо. Мы хотели бы... Спасибо.